И тогда вода нам как земля, и тогда нам экипаж семья. Уличный певец Андрей Пикалов считает, что, несмотря на карантин, горожане не должны оставаться без концертов. Его площадка для выступлений – сквер на проспекте Ленинского комсомола, чтобы жители города Видное смогли насладиться любимыми мелодиями под открытым небом. После этого введения карантина, люди сидят дома, никто никуда не ходит. Я думаю, что надо как-то выйти на улицу, попеть для народа, потому что дома сидеть неинтересно. Первое уличное выступление состоялось на 8 марта, потом на День Победы. Местные жители оценили творчество артиста и предложили устраивать такие концерты на открытом воздухе как можно чаще. Он поет песни наших лет, и всем это нравится, поэтому вот так вот. Все с удовольствием слушают его песни. Конечно, приятно. Он приходит, поет песни, мы ему подпеваем. Андрей Пикалов приехал в город Видное в 2016 году из Норильска. 43 года прожил на севере, где работал металлургом. Увлекся музыкой только после 50 лет. Сначала пел в караоке, потом стал участником творческого коллектива. В Москве у нас есть такое ГБУ, Центр культуры, досуга и спорта. Называется «Истоки». Вот я там познакомился с людьми тоже, которые поют. Меня приняли в коллектив вокальный. Я солист этого коллектива. Мы даем концерты в Москве. Сейчас в его репертуаре больше 40 песен советских авторов. 20 из них – военные песни. Их знают все. Они любимы людьми самых разных возрастов. Андрей считает, что творчество композиторов-песенников в военные годы – одна из самых замечательных страниц нашей музыки. Дни работы жаркие, на бои похожие, в жизни парня сделали поворот крутой. У Андрея Пикалова нет точного графика концертов. Он выступает по вдохновению. Но сейчас, когда погода дарит по-настоящему теплые летние дни, не воспользоваться ими просто непростительно. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.